Юрий, добро пожаловать в футбольный клуб Уфа. Расскажи, когда появилось предложение? Вроде сезон вот-вот только закончился и у нас, и в ФНЛ. Спасибо большое. Ну, предложение появилось буквально неделю назад. Вот после последней игры у нас 15 числа была игра с Краснодаром. Вот мы сыграли, и вот поступило предложение, что мной интересуется Уфа. И вот все как-то быстро произошло, и поэтому здесь. То есть особо не размышлял, прямо сразу принял и согласился? Да, конечно, Уфа – это большой шаг вперед, плюс тренер. Тренер очень хороший, как бы наслышан по работе еще с Велесом, поэтому вот сразу принял предложение. Как бы. А с кем-то из ребят обсуждал переход? Все-таки в Волгаре играл и Гамит Агаларов, уфимец, и Данила Емельянов. Не, особо не обсуждал, так поговорили, что за коллектив, спросил я, говорят, очень великолепный коллектив, как и, в принципе, и в Волгаре у нас, поэтому долго не обсуждал ничего особо. Ну и какие у тебя цели в футбольном клубе Уфа? Двигаться вперед, работать, доказывать, что я здесь нужен, поэтому такие цели. Начинаем с нас. Начинаем с нас.